Всем привет, и сегодня мы проведем распаковку камеры для творчества от компании Canon под названием Legria Mini Kit Red. Kit Red означает, что камера идет в красном цвете, а также содержит набор аксессуаров. Все это у нас поставляется в двух коробочках. В большой коробочке лежат аксессуары, в маленькой коробочке находится сама камера. Ну что же, давайте теперь рассмотрим маленькую коробочку с камерой. Сверху у нас идет изображение самой камеры. Логотип Canon, название камеры. Точно такие же надписи повторяются с трех сторон. На обратной стороне у нас имеется изображение камеры в двух проекциях с откидывающимся экранчиком и ножкой. А также 6 иконок. HS System означает, что в камере присутствует технология повышения качества изображения при съемке в низкой освещенности. Камера снимает с разрешением в 1920 на 1080 в формате MP4. В камере присутствует microSD слот, ультраширокоугольный объектив, Wi-Fi. Также в камере присутствует HDMI. Ну что же, давайте откроем коробочку и посмотрим, что лежит внутри. Открываем коробочку, и внутри у нас имеется кабель mini-USB, для синхронизации камеры с компьютером, руководство пользователя на различных языках, гарантийный талон, тоже гарантийка, European Guarantee System, таблица совместимости аксессуаров, диск с программным обеспечением Image Browser EX, а также полное руководство пользователя в формате PDF. Кабель для зарядки, европейская вилка. Сама зарядка. Аккумулятор. Ремешочек для крепления камеры на руку. А также сама камера. Камера у нас в красном цвете. Вот так вот откидывается экранчик. Можно использовать в качестве селфи, а также снимать, видя все на экранчике. Давайте сейчас попробуем вставить туда аккумулятор и включить камеру. Итак, при включении камера предлагает сразу же выбрать язык. Камера у нас, мы видим, что работает. Сейчас мы подробно разбираться с функциями камеры не будем. Разберусь с камерой более подробно в течение нескольких недель, может быть месяцев, и уже тогда сниму полноценный обзор. Ну а сейчас давайте рассмотрим вторую коробочку с аксессуарами. Сверху у нас имеется изображение всех аксессуаров, входящих в комплект. Сбоку имеется описание чехла для защиты от брызг SPV1. Русское описание не соответствует заголовку, поэтому обращаем внимание на английское описание. Из описания здесь нам важно, что бокс соответствует стандартам IPX5, IPX7. С другой стороны имеется описание силиконового футляра. Силиконовый футляр защищает камеру от ударов и царапин. С фронтальной стороны и с обратной стороны ничего важного нет. На дне пусто. Ну что же, давайте теперь откроем коробочку и посмотрим, что лежит внутри. Итак, внутри у нас имеется ремешок для камеры,
силиконовый чехол. Вот такой вот чехольчик. Чехол для камеры мягкий. Это у нас, судя по всему, влагопоглотитель. Аккумулятор дополнительный. И последнее, что у нас идет, это кейс для влагозащиты. Вот так вот выглядит сам кейс. Так, ага, вот так вот он открывается. Вставляется сюда камера и закрывается. Имеются кнопочки. Кнопочка включения, выключения, воспроизведения и открытия кейса. Также здесь еще лежит шнурочек вот такой. Итого в комплекте Kit Red мы имеем 2 аккумулятора, кабель для зарядки, зарядку, саму камеру, 2 шнурочка на руку, наручный ремень, мини-USB кабель для синхронизации, мягкий чехольчик, влагозащищенный бокс для камеры, а также мягкий силиконовый чехол для защиты камеры от ударов и царапин. Ну что же, на этом распаковочку буду завершать. В дальнейшем разберусь с камерой более подробно и сделаю полноценный обзор. Сравним качество видео этой камеры и экшн-камеры от компании Xiaomi первого поколения. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, всем пока!